Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс», автор Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 73. Нас просят заполнить таблицу. Нам даны числа, и нужно выяснить, какие из этих чисел кратны 9. Если ответ будет положительный, число кратное 9, мы будем ставить знак «плюс». Если число не кратное 9, то есть не делится на целое на 9, то тогда это мы будем ставить знак «минус». Итак, вспоминаем правило. Если сумма цифр числа делится на целое на 9, то и само число делится на целое на 9. Если сумма цифр числа не делится на целое на 9, то и само число не делится на целое на 9. Итак, мы будем находить сумму цифр каждого числа. Первое число 7263. Находим сумму его цифр. К 7 прибавить 3 – это 10, к 2 прибавим 6 – это 8, к 10 прибавим 8 – это 18. Итак, мы получили сумму цифр. Первое число – число 18. Число 18 кратно 9, потому что 18 делится на целое на 9, это будет 2. Раз сумма цифр делится на 9, то значит и само число делится на целое на 9. Ставим знак «плюс». Следующее число 4681. Находим сумму цифр данного числа. К 4 прибавляем 6, это 10. К 8 прибавляем 1, это 9. К 10 прибавляем 9, это 19. 19 не делится на целое на 9. 19 не кратно 9. Раз сумма цифр не делится на 9, то и само число не делится на 9. Ставим знак минус. Рассмотрим следующее число 2743. Находим сумму цифр этого числа. К 7 прибавляем 3 – это 10. К 2 прибавляем 4 – это 6. К 10 прибавляем 6 – это 16. 16 не делится на целое на 9. Получается, что сумма цифр данного числа не делится на целое на 9. Значит, и само число не делится на целое на 9. Ставим знак минус. Рассмотрим число 6885. Находим сумму цифр данного числа. К 8 прибавим 8 – это 16. К 5 прибавим 6 – это 11. К 16 прибавляем 11 – это 27. 27 делится на целое на 9, потому что 27 разделить на 9 – это будет 3. И если данное число, сумма цифр кратно 9, то и число, состоящее из этих цифр, тоже кратно 9. Ставим знак «плюс». Рассматриваем следующее число – 7227. К 7 прибавляем 7 – это 14, к 2 прибавляем 2 – это 4, к 14 прибавляем 4 – это 18. Мы уже знаем, что 18 кратно 9 – это была сумма цифр. Если сумма цифр числа делится на целое на 9 или кратно 9, то число делится на целое на 9. Ставим знак «плюс». Следующее число – 6350. Находим сумму цифр этого числа. К 6 прибавляем 3 – это 9, к 9 прибавляем 5 – это 14. 14 прибавляем 0, это 14. Если одно из слагаемых 0, то сумма равна второму слагаемому. 14 не кратно 9, значит и число, состоящее из этих цифр, сумма которых не кратно 9, тоже не кратно 9. И последнее число 7920. Находим сумму цифр данного числа. 7 плюс 9 это 16. К 16 прибавляем 2, 18. К 18 прибавляем 0, это 18. 18 кратно 9. Значит, так как сумма цифр данного числа кратна 9, то и само число тоже кратно 9. Ставим знак «плюс». Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Были рады вам помочь.